Это Инкоперс трилогии, если кто сомневается. Но на самом деле это Инкоперс Сизонс. Отчасти, да? Триложная часть Сизонса. Триложная. Ложная. Это ложь, да? Нет, это не ложь, друзья мои. У нас вторая часть, у нас Пегландис, да, потом еще. Сколько там? А в принципе, у нас не так уж много серий осталось, друзья мои. У нас Пегландис, потом еще. Back to School там. А потом еще новогодний эпизод остался, потому что Хэллоуинским прошли, так ведь? Наоборот, то есть. Нет, стойте, а, мы их не прошли. Да, а, то есть еще не так все. Не так уж и мало уровень все-таки. Я запутался. В любом случае, Пегландис, свиная. Лантис. Шутка, конечно. Ну ладно, пойдемте. Ага, переводчики. Свинья Лантис, друзья мои. Свинья Лантис. Они перевели свинья, а Лантис не поняли, что такое оставили, как есть. Да, мы продолжаем. Подводные, вернее, никаких не подводные, а у нас надводные уровни. Плохая была задумка, видите, ничего это не даст вам. Поэтому делайте не так, делайте вот так вот. Наверное. Эти колонны, конечно, да, они прочнее, чем блок камня сам по себе, естественно. Кстати, колонные блоки были бы. Ну, колонны все из мрамора, возможно, значит... Мраморные блоки, которые прочнее, чем каменные. Ё-моё, представьте себе такое. И у нас новая птица. Мраморная птица. Успокойся. Что происходит? Совсем, да? Ну, хотя, может быть, если не успокоиться, было бы повеселее бы там. История какая-нибудь рассказалась бы новая, да? Про мраморных свиней. Опасных, которые обычно бывают. Ну, чё ты как выстоял? Выстоял, да? Кстати, да, взгляните! Я забыл вам в предыдущей серии намекнуть, но смотрите. Иногда кит плывет. Пасхалка. А, нет, стой, не пасхалка. Он снова здесь плывет. И снова здесь плывет. Стойте, что? И снова здесь плывет. Я вообще его в прошлой серии заметил, когда только я уже снял серию. Смотрю и вижу кит. А тут действительно кит, смотрите-ка. Ну, пасхалка, наверное, да? Я думал, он редкий должен быть. Но нет, смотрите, вот он уже здесь. Не такой уж редкий, видимо. У него не на каждом уровне был, я его не замечал на каждом уровне. А, что? Колонну уничтожили. Так не бывает, колонну неуничтожимые. Слушай, а сейчас большой счет не дали мне. А это за то, что я колонну одним ударом, да? Да, плохая была задумка. Опять кипит. Смотрите, пасхалка снова. Вот это да. Не на каждом уровне, да? Да. Ладно, я понял, давайте снизу. Нет, я не понял. Ну, ладно, возможно, пойму сейчас. Там у нас этот тип. А, вот так. Ну, можно и так, можно и так. А можно и не так. Во, кита здесь нет, следите. Сейчас уже нет никакого кита пасхального. Опять у нас уровень сюрфа-турфа. Да нет, конечно. Ой, они просто напоминают друг друга иногда. Но когда я говорю Surf and Turf, там я говорю, что не спеглантить, что ли. Так я и скажу, да, обязательно. Сейчас буду снимать Surf and Turf в трилогии. Я скажу, что это не спеглантить уровень. Запомните, пожалуйста. Не запомните, забудьте напомнить мне об этом. Могу забыть, не сказать это. Ха, уровень непростой, видите, у нас птицы ограниченное количество. Надо каким-то образом эту башенку сломать. Потом еще вот эти. Да, смотрите-ка, свиньи, которые висят. Которые пытаются съезжать. Но они не съезжают, они просто умирают. Ну, тоже вариант. Видите, если вы боитесь, можете просто хлобысь. Свинки. И все. Теперь нужно пробить там. Понятно, да? Но это сложно, потому что, видите, тут еще мешает водопад. Но это не сложно, потому что свинья сама любит погибать. Звезда, звезда и звезда. Затем... А, сундучок, это пасхалка, это золотое яйцо. Возможно, я шучу, возможно... Там действительно золотое яйцо.
А может и нет. Ну не просто же так это здесь находится. Видимо, просто так никто в золотой цене не упало с воздуха. На веревочках не полетело, но потому что здесь так и не делает такое. Давайте делать как надо. Мы видим каменные блоки. Вернее, стекло. И каменные шары, которые должны упасть. Эу! Вот то, что я хотел сделать. Но это оказывается еще хуже, чем что я сделал в действительности. Поэтому давайте это толкать просто вот так это. Ну, хоть что-то, хоть когда-то. Дальше что? Что вы спрашиваете? Да? Спрашивай, спросите. Оказывается, ничто не получилось. О, получилось хоть что-то. Что-то, то есть. Шутите, нет? Отчасти. Камень, лед тонет. Иногда он всплывает, иногда тонет. А, потому что это стекло. Нет, это стекло тоже должно всплывать. Нет, стекло должно тонуть. Нет, стекло всплывает. Ну, в общем, это лед и стекло. Стеклянный лед. Либо это актер, которого наняли изображать, то стекло, то лед. А, вот и золотое яйцо, смотрите-ка. Потому что никакой бы стрелочки мы не увидели. Как, вы спросите? Вот оно. Вот оно. Вот оно. Плохо все. Что-то то везет, то не везет. А, в принципе, мы взорвали там. На самом деле, слушайте, можно было сделать вот так, смотрите, да? Тогда яйцо бы само наплыло бы. Взгляните на это. Оно плывет по само влево. Вправо. Обознался. А потом взрывается. И еще одно золотое яйцо, которое секретное, как бы. Ну, по умолчанию, все золотые яйца должны секретными. Но стрелочка, друзья мои, это слишком облегчил нам путь. Представьте, такое, ага. Заходите туда, говорит, пс, секрет, смотрите, стена, дверь и секрет. Так, стрелочка большая такая показывает. Ну, это, конечно, совсем глупо. Да. Начнем тогда по-другому. Толкаем сверху. Разрываем снизу, да? Да. Это не снизу, да. Это не снизу. Это не снизу. Есть, да? Время поесть ему чего-нибудь. Неплохо, да? Есть, двух птиц. Но, к сожалению, боюсь сказать вам, что... Боюсь, что, да, оказывается, к сожалению, проблема... Не три звезды. Ну, не три, ладно. Какой-то остров слишком плоская линия горизонта. То есть, нет. Горизонт там, а остров здесь. Странно, да? Так, что у нас тут такое? Чаша секретная. Нет, уже секрета больше нет. Не больше одного золотого яйца. Не больше одного золотого яйца в части, так ведь? Кажется так. Куда подать? По стеклу? Да. Под льду стеклянному. Так. Хотя сюда. Видите, ракушка. Ракушка — это намек, что надо попасть сюда. Только ракушки, понял? Да. Друзья мои, если вы не поставите ракушку, то никто не поймет, что туда надо попадать. Вау. Называется стекломания. Условно такое название, но... Ну, ракушку сбила, что теперь, видите, неизвестно, куда попадать. А ракушка есть, видите, ага. Ракушка очевидности называется. Есть. Это не совсем понял эффективно, как это может быть эффективным, эти камешки. У нас есть, значит, есть, друзья мои. А этот уровень, конечно, очень запоминающийся, потому что это такой уровень, где вы отрезаете веревки, и штука закрывается, и свинья остается в неуязвимости.
Этот турнир не очень запоминающийся, именно из этой штуки странной. Поэтому сначала рекомендуется сломать как-нибудь там что-нибудь, чтобы свинья, вот та самая дальняя, как-нибудь себя, того самого. Есть, конечно, второй вариант, это ломаете веревку, а потом уже пробиваете насквозь. Но, друзья мои, какой же вариант выберете вы? Чтобы понять, нужно. Кто не знал, кто не в курсе был, кто совершенно не догадывался, то... Берешь последний, можно так сделать, да. Можно не делать, можно оставить это как есть. Пойдет. Сундук с сокровищами. Конечно, сокровища-то вам 5000 всего лишь. Не такое уж сокровище, да? Ну, отчасти. Или 3000 всего лишь. Так. Да, маловато будет, если так. Сокровища. Узнаем, сколько там. Какова ценность данного сундука. В очках. А мы думали вам деньги настоящие будут давать. Нет, очки, извините вам. А, опять пасхальный кит, который не пасхалка уже. Потому что мы уже видели его. И он не так редко встречается, не особо секретный. Вот это да. Он только в трилогии ведь есть. Представьте, в обычном Гибиосе тоже есть сизнсе. А мы не знали. Да нет, конечно, только в трилогии вот он снова придет. Только в трилогии такой кит. Видите, может сделать это. Может был намек, слушайте, может намек на то, что Роми в те времена, когда делали это трилогию, хотели сделать новую игру про злых рыбок, друзья мои. Злые рыбки, которые противостоят осьминогам. Вот это было бы интересно. Именно это отсылка на это, понимаете, я понял, это отсылка. Но потом, видимо, они отменили игру, так и не анонсировав. Но пасхалка-то есть, видите, отсылка. Напишите в Angry Birds Wiki об этом, что Роми планировали сделать игру про злых рыбок, которые против осьминогов. Но у них ничего не получилось. А это отсылка на это, как раз таки, понимаете? Это же очевидно, это же отсылка на злых рыбок. И рыбки, видите, разные виды, это аналог могучей рыбки, которая будет вместо могучего орла. Друзья мои, это же очевидно. Почему об этом никто ничего не раньше не писал-то? Так, что дальше? Не надо мне тут заваливать свиней каким-нибудь мусором. Плохо. Осознаем, что это ужасно было сделано. Не уровень ужасно сделан, это то, что... А что тут вот эта хрень есть? Можно полететь под водой и зачем-то сбить здесь. Но зачем? Тут ведь штука упадет всего лишь туда. Бесполезность, да? Видите, уже все мертвы. Как две свиньи, так и три. Ну ладно, как вы желаете. Меня вот сливает, значит, летим насквозь туда, меткость. Пробиваем свою. Тестируем. Ладно. Ну, как хотите. Захотели так, захотели так. Это еще восьмой. Или уже восьмой. Еще. Что ты там булькаешь? Процитирую я известного посадника. Так, ну что? У нас есть стекло и лед. Тут блок льда есть, и тут блок стекла, друзья. Мы куда попадаем? Делайте ваши ставки. Я принимаю ставки. Эх, вы не знаете у нас эту отсылку, потому что только я знаю. К сожалению. О, ё-моё. Ладно, попали в этот блок стекла. А может лучше бы в лед было попасть, а не в стекло? А? Куда вы хотите? Что приятнее ломать, лед или стекло, друзья мои? Я обычно стеклышко ломаю. Обычно 5 стеклышков и 5 кусочков льда. Каждый день. Спросил я однажды человека, и он мне такой ответил. Но потом он
посомневался и подумал, может, если мне ломать 6 кусочков льда вместо 7, то, может быть, 8 будет достаточно. Да, это было очевидно, конечно, что человек такое не подразумевал, но все-таки догадывался об этом. Поэтому, так, друзья мои, какой надежный уровень, слушайте, видите, берет и не падает. Современные уровни в этом игре, ребят, с Friends, знаете, какие там. Фу. А ударил по блоку, он уже все, весь уровень развалился. Взгляните сюда, видите, как сложно. Мы ломаем башенку, и ничего не падает, друзья мои, потому что даже башенка не падает. И не падает, а потом перестает падать. Видите, настоящее... Интересно, когда сложно. Ой, сложно как, сложно как. Сложно, когда сложно, друзья мои, очевидно же. Вот, я хочу по блоку льда попасть, вот раз я не по стеклу. Да, полетели по обычному, ну. Ну, потому что, что делать еще? Так. Это ни к чему не привело. Но, если мы запустим вот так, то взгляните внимательно. О! Что? Вот. Ну что, давайте. А! Я уже испугался, что птица мешает. Они не всегда мешают, кстати. Иногда мешает, иногда не мешает. Я боюсь, что это... Я надеюсь, что действительно это разбито. Извините на это. Я могу с радостью вам заявить, что иначе, чем 3 звезды... Че я говорю, да? Иначе невозможно. Ой. Доказано. Это тоже запоминающийся своими странными наклонностями. А, потому что еще непростой сам по себе, извините, одна белая птица и 3 красненьких воробья. Что? Ну, естественно, друзья мои, нет. Это красная птица. Не путайся с воробьем. Так. Куда лучше кинуть яйцо? С балкона кинь по прохожим. Да нет, друзья мои. Давайте подумаем внимательно. Очевидно, что вот эта башенка, скорее всего, больше, более подходит, чем... Да, может быть, толкать птицы само по себе. Ага, ну да. Эффективно. А затем толкать что-нибудь там, как-нибудь, чтобы упало чуть-чуть. Чтобы упало чуть-чуть. Нужно чуток толкнуть, чтобы оно слегка повалилось. Немножко. И затем малость самую ударить. И оно с легкостью уничтожится. Эй! Я хотел сказать, нужно, чтобы ты на 3D проходить, но... Нет, 14-й. 11-й всего лишь. Я думал, мы достаточно медленно проходим. В смысле, долго. В смысле, быстро. Но... Иногда бывает, что кажется всякое, да? Так, там мы катимся, тут мы катимся, там нам катят. А здесь закатывают. Ну, ёшкин котенок золотой. Давайте-то туда полетим, раз уж что поделать. Надо выпускать камни на свободу. Ну да, ну я так и знал. Ну, ракушка очевидности. Эти ракушки. Они, конечно, те еще. Ракушка птицы не товарищ. Нет, свинье, по сути. Ведь свинки не ожидали, что ракушки будут намекать на уязвимые места конструкции. Вау, что происходит? Почему? Оно удивительно падает. Самый главный вопрос, почему свинья уцелела? Ты же маленький... Там еще 2! Вот это да. И там еще одна. Прочные. Пойдет и так. О, 31 месте и морская звезда. Звезда успеха нет. Одна звезда. Чё, что делать-то?
Это так проверить, вдруг что произойдет. Так, у нас это там, ну как? Это потупо было. Ну тупые, да? Как так-то? Почему так тупо-то попасть туда? Можно было. Ну, видимо, так и нужно. Звезды в студию. Или как там сказать-то? Так и нужно было делать. Деревья, это может кораллы, а не деревья. Говорю, странно, конечно, уровень, да, под водой сложно делать уровень нормальный, потому что птицы всплывают, друзья мои. Птицы всплывают в основном. А свиньи тонут, да? Да. Как бы подводные конструкции из дерева под водой бы разместили, а? Ну как, по-обычному. Что делают? Так, тихо, надо думать. Перед тем, как заблокачу, не слушать, надо просто думать. Слушайте, в течение 5 минут обычно нужно так посидеть, посмотреть внимательно, поискать слабые места конструкции, посчитать блоки. Классификацию, сколько таких блоков, сколько таких, да? Вот. Понаслаждаться уровнем. Только после чего запускать птиц нужно. Видите, я, конечно, не так делаю. Я сразу в действии, да, сразу начинаю стрелять птиц и постепенно думать. Но нет, друзья мои, нужно сначала смотреть на уровень примерно 5 минут. Рекомендуется. И ничего не делать, никого не запускать. Просто смотреть и искать слабые места. Вот, допустим. Ну ладно. Я таким не занимаюсь. Я хочу по-быстрому, поэтому давайте. Будем запускать, а пока запускаем, мы придумаем. Так, поступать ни в коем случае нельзя, как я поступаю, ну извините. Время для нас как золотая монета. Упадет, не найдешь. А если найдешь, то не монету. Да, ладно, давайте сюда подать. Ай, не попал. То есть попал, конечно, но... Надо было чуть ниже и провалиться еще, как мы сделали однажды, не понял. То же самое произошло. Произошло, абсолютно то же самое, но в итоге ничего не произошло. Это вообще что-то не произошло, ничего. Произошло происшествие. Какое? Кое-какое! Так, напишите в новостях. Что-то случилось. Так и написали. Произошло ужасное. Что? Что-то? Просьба беспокоиться. И печалиться. Ну, уже все. Того самого конец, как бы. Я понял. Ты каменный шар. Я же говорю, редко они, да, используются. Нет, что-то встречаются, но редко все равно, да? Шарики из древа. Древковые шарики, ё-моё. Чё? Ну да, так и называются официально. А-а-а, птицы. Из этого могло что-то получиться. Так, не обязательно делать туда, вот или... Всё же можно сначала попытаться здесь что-нибудь пройти. Может быть, да, может быть, перед тем, как... А может быть и нет, лучше и так получилось, смотрите. Холь! Не холь, конечно, но все-таки что-то. 14, 13, 13, чёрт. Но 14 сейчас будет. Давайте попробую вспомнить, что с 14 уровень. По-моему, там башни две. Да? Нет, это арки. Но. Мне казалось, что арки были. А там. А, там разные уровни с арками есть, ладно. Ну, туда мы не долетим, кстати, но. Оу. Ну да, давайте сначала сюда, потом туда, потом сюда, потом туда. Надеюсь, я понятно объяснился. Спросил у меня человек. Я сказал, да, ты понятно объяснился. После чего человек разозлился. Он не поверил. Эти свиньи противные. А в принципе, не обязательно под водой лететь, друзья мои. Привет, холь, да. Не обязательно под водой лететь, но все-таки это... Желательно? Нет, не знаю. Чёрт, ну ладно. Для нас время как золотая монета, как вы знаете. Ну что ты там своим кирпичом зацепился? А, там все равно не пройти пока что. Надо убрать хоть что-нибудь. Ну, я имею в виду кирпичи вот эти. Древесину. Опять свиньи не попадают. Видите, свиньи полетели. Условно. Конечно, но полетели.
Опять прилетит, да, вот она. Летучая свинья, друзья мои. Условно новый тип свиньи, друзья мои, которые начинают взлетать, когда свинья близко к птице приближается. Свинья улетает и... Ладно. Так, стойте, друзья мои. А, вот почему он улетает. Я-то думаю, действительно, что происходит. Подождем немножко, 5 секунд, и запускаемся. Или если подождем еще. Оп, сейчас опять, да? А! Испугался я. Что происходит? Достижение. Заброски птиц, видимо. Пойдет. 2 звезды даже, может 3 даже. И у нас босс, король морской. Я уже про это говорил, но все-таки. Ха. Ну, сам по себе интересный, кстати, непростой тоже. Хотя нет, простой, но легкий. Это же просто. Спросил кое-кто. Эти вопросы, да. В общем, эти придворные, в принципе, не опасны. Ау. Все же могут доставить неприятности. И осталось как-нибудь этого малька, улыбающегося, последний прислужник. От малька не осталось ни следка. Давайте по голове. Прямо пойдем. Да. Ладно, эту свинью, да, летим куда нужно, летим куда нужно. Взрыв. И, в общем, теперь остается только мишенью сделать своего короля. И вот и все. Трезубец остался и съел. Черт, съел трезубец. Ну, ё-моё. Реликвия такая крутая. А тут... Все. Вам дали звезду. 1 звезда! Я хотел 3 звезды! Еще 1 звезда, 2. Ну, 2 звезды, ладно. Что случилось? Короля утопили. Оказался не морской король, а подводный. А, свинья умерла, кстати, видите? Все. Что за уровень у нас? Который развалит сам по себе или который сложный? Который странный. Ладно. Вот как понимать, видите? Angry Birds называется. Вот как понять, вот, что я сделал не так, да? Вот это, почему вот этот, он, по-моему, упал однажды, в первый раз, а сейчас не упал. Вы скажите, кто так делает? Вернее, как понимать, что свинья должна упасть? А, вот, смотрите, там метка показана специально. Какого цвета? Каменный блок, деревянный. А, вот, теперь он упал, да? Вот. Подвод. Подвод. Это все, друзья мои. Тише, тише. Вот, смотрите, сейчас кит тоже будет плавать, по-моему. В любом случае, мы прошли Seasons. Мы не прошли не Seasons, мы прошли этот эпизод. А вот он, кит, да, морской. Пасхалка на Angry Fishes. Ё-моё. Успокойтесь. Вот. Это следующий раз. Ну, в смысле,
через серию, как вы знаете. Пока-пока.